Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите предоставить доклад по метастатическому поражению плоских костей малоинвазивного вмешательства. Значит, исторический очерк впервые в 40-х годах использования для реконструкции дефектов черепа дали в 50-м году кюретаж и остеопластика при метастатическом поражении костей. В 72-м клинические испытания первого КТ, в 84-м вертебропластика и в 92-м году первого рассчитая метастаза кости. Это небольшой исторический очерк о появлении малоинвазивных вмешательств. Варианты инновационных вмешательств и альтернативы лечения при метастатическом поражении являются как лучевая терапия, лекарственная терапия, но при комбинированном лечении 45% больных не достигает эффекта купирования болевого синдрома. Являются онкоортопедические пособия, как абляция опухоли, такие как частотная РЧТА и сфокусированная ультразвук реабляция. Но недостатком является то, что нет укрепления кости одномоментного. Но при данных вариантах снижение боли у 95% и вплоть до полного отказа от употребления обезболивающей терапии. Показанием к онкоортопедическому пособию является выраженный купированный болевой синдром, связанный с литическим поражением по КТ или рентгену, состоявшийся патологический перелом или риск патологического перелома, некупируемый болевой синдром после проведения лучевой терапии от 1 до 3 месяцев и ожидаемость продолжительности больного более 3 месяцев. Предсказанием является некупируемое нарушение свертывания крови, остальное системная или местная инфекция, расстояние между очагом от поражения сосудистых и нервных стволами или жизненно важных органов. Это уже от возможности проведения опыта выполняющего врача. Непосредственно наш опыт – это 70 пациентов, которые провели лечение в Центре генерадиологии с 15 по 21 год за 6 лет и полностью отследили результаты в динамике. По морфологии преимущественно было заболевание молочной железы, рак почки, рак легкого и далее. Причем было как множественное, так и сочетание с висцеральными органами соотношения и состоявшимся переломом и с риском патологического перелома. По локализации максимально это была подвздошная кость, далее грудина и крестцово-подвздошное сочленение. Объем введенного цемента составил от 3 до 17 мл, в среднем порядка 8 заполнений было порядка 80%. Непосредственно оценка болевого синдрома по визуальной шкале ВАШ до лечения, после лечения, причем разница составляла более 2 баллов, что составило порядка отличия на 30% и являлось значимым клиническим результатом. Также представлены сроки наблюдения от 1 до 72 месяцев, причем на протяжении всего срока наблюдения у пациентов наблюдалась положительная динамика и стабилизация в зоне онкоортопедического пособия. То есть на протяжении всей жизни пациента или оставшейся жизни было полное купирование болевого синдрома. Соотношение инвазивных вмешательств всего было выполнено онкоортопедических пособий порядка 540, что из которых 470 это было вертебропластики, 65 остеопластики, что составило всего лишь 12%, и 1% всего лишь РЧТА, что является крайне редкой патологии по метастатическому поражению плоских костей. Непосредственно клинические примеры, останавливаться не будем здесь, представлены литические компоненты заполнения. Также были пациенты, у которых было непосредственно три онкоортопедических вмешательства, такие как декомпрессивная ламинэктомия, вертебропластика грудного и остеопластика грудины. То есть непосредственно три проблемные зоны и было выполнено все три онкоортопедических пособия. Срок наблюдения у пациента составил 72 месяца, отмечается стабилизация купирования болевого синдрома. Также представлено до лечения доступа и результат при литическом поражении подвздошной кости слева с доступом. Непосредственно представлен РЧТА. Здесь в очаге установлены две иглы. Время составило порядка 10 минут и температура от 80 до 90 градусов. Заключение. Малоинвазивная операция показана при множественных литических смешанных очагах в костях таза обширных поражений грудины
и наличие болевого синдрома при угрозе вторичного перелома, сочетанное онкокатетерическим комбинированным методом лечения, позволяет получить хороший функциональный результат, купирование болевого синдрома, улучшить качество жизни и опосредованно ее продолжительность. Также отмечается непосредственно, что в течение сроки у нас составляли от месяца до 72. Основной момент, что не только в краткий послеоперационный период, а на всем протяжении наблюдения пациента отмечается только стабилизация и купирование болевого синдрома. Спасибо за внимание.